eSportBets.com – уникальное место для настоящего геймера. Только здесь возможны ставки на киберспортивные события. Ты знаешь толк в самых популярных играх и готов рисковать? Смотри регулярные трансляции и зарабатывай реальные деньги. eSportBets.com – живой азарт и холодный расчет. Что ж, всем еще раз привет, друзья. В студии StarLadder TV по-прежнему я, неугомонный, бессонный Слэм. И мы будем сейчас с вами смотреть матч команды Кураж против команды Aces. Я думаю, в принципе, в представлении они не нуждаются, если хотите. Специально для вас составы на ваших экранах. Кураж представляет Simple, Blade, Призрак, World Edit, Is One в этом сезоне. Aces представляет Heike, Little Tornado, Tihon, Киберфокус. Ну и это, конечно, была вот серия замен между в команде Aces. Сейчас они будут противостоять друг другу на карте Денюк. И все, что можно пока что сказать, наверное, то, что сайд-пик будет жарким. Наверное, самый жаркий и самый динамичный раунд будет именно раунд на ножах, потому что дальше нас ожидает... Ну, если начнут, например, в атаке Aces, то их ждет, по-моему, несомненно, что-то отрицательное. Вообще, спрогнозировать в этом матче очень-очень что-то сложно, так как команды... Так, Simple... Кураж Simple is cheating. Вот так вот троллит сам себя Simple. Ну что, ждем сайд-пика, и на карте Денюк решат этот вопрос парни. Ну, счет предварительно даже загадывать не хочу. Опять же, матч абсолютно непредсказуемый. Тем, кто на него ставил, получит, по-моему, свое, ну ура. А вот тем, кто не ставил, могут остаться без всего. Ну, где же? Где же они, боевые рестарты? Тут уже парни просто устали друг друга ждать. Так, Так. Нет, что-то с айфика. Пока, друзья, напомню, что все записи, воды, все записи трансляции, все доступно на youtube.com/ksslTV. Там есть все, абсолютно все записи трансляции с участием Страйка, меня, Тафы. Там есть все матчи, которые вообще были на StarLadder, были на Fragbite Masters, были в том году и в позатом году тоже, поэтому можете там... найти любую запись. Вообще на этом канале вот много, я знаю, есть любители втыкать в YouTube. Они его просто включают и смотрят целыми днями. Поэтому если вы один из этих людей, я вас поздравляю, вам как раз таки туда. Ну что ж, сайд-пик, давайте смотреть. Так, один сразу обходит. Или что, тут без сайд-пика или что? Ведь сайд-пик сначала... А, он на крышу полез, я понял. Ну, начало у кураж... У куражей... О-о-о, тактика какая, от бога просто. Вот это загон, вот это загон. Ну и как видим... Ну, как видим, тузы, конечно, сейчас... Не, ну, вот я даже как бы это попроще-то описать. И, ну, это свап. Это свап. Несомненный свап. Останется только один, сказали. Куражи в самом конце, и Блейд просит свэп. Все. Ну, понятно, кураж защита, атака от команды Aces. Не повезет, конечно, сейчас, наверное, Aces. Не знаю, если у них что-то готово на этой карте, то... Самое время это показывать. Напомню вам, что эти команды на стар-серии StarLadder в этом сезоне занимают чуть ли не последние места в турнирной сетке этого соревнования. И их точные статистики. Прямо сейчас команда Aces, друзья, за 11 игр умудрилась выиграть только один матч. 10 слить, 0 ничьих, минус 83 раунда суммарно и 3 очка всего в турнирной таблице. Команда Кураж идет чуть лучше. За 14 матчей... Они умудрились выиграть 2 сыграть в ничью и 10 матчей проиграть. То есть по поражениям у них одно и то же по матчам. Ну вот личная встреча сейчас, конечно, покажет, кто из них сильнее, кто слабже. А тут, как я смотрю, уже на пленте бомба, и Кураж уже не знает, что им надо делать. Так, Simple, врыв, минус, есть, минус мейн, Simple сосредоточенно играет, надо давить сейчас под девяткой торнадо. Но тот уже перезарядился, и Simple просто здесь не выжить. В итоге Киберфокус, торнадо перевернули в этом раунде, в принципе. Весь репик, ресайт, не знаю, как это... Все занимание апланта и выбивание этой бомбы. 1-0 Aces впереди. Вот это поворот. Но Simple сыграл жестко. Стата. Ну, торнадо минус 3. Не знаю, почему так девятка быстро, конечно, открылась после такого успешного выбивания от Simple. Но явно Кураж в агрессивных ситуациях будет не хватать где-то вот моментов, которые... Действительно, а-за-за. Так, читаю твиттер пока. Можете мне писать туда смело. Я сейчас буду хоть весь этот матч его читать, потому что большинство раундов здесь будут как раз-таки для того, чтобы почитать твиттер. Так,
Как у Маркелова нож угнали, расскажи эту историю. Не буду рассказывать. Я еще сам всех деталей не знаю, но есть такой момент. Да, ты прав, противостояние совсем неравное. Так, Стон, передай привет моему другу Саньку. Он настоящий тиммейт. Заранее спасибо. А есть искусственные тиммейты или все-таки есть еще настоящие? А то как-то тут мне не ясно. Так, надо же посчитать, что у меня... Ах, тут что... Так, ну вот Кураж совсем не та команда, которая с пистолетами способна показать все прелести с Global Offensive. И, как мы с вами видим, все выглядит весьма туманно для Кураж. При том, что уже бомба стоит, там уже понятно, что как бы карта закрыта, но... О, Блейд. Вау. Ну, Хейк сразу посадил. Вообще вот новичок Хейк и Киберфокус. Вот про игру Киберфокус, что можно сказать, видел несколько... Момент с его участием. Ну, там были какие-то хайлайты и отстрелы непонятные, но недавно парню тут знакомые отзывались о нем очень хорошо. Все-таки чувак действительно старается, играет хорошо и способен противостоять. Но это единственный, по-моему, тип, который просто, которому не хватает индивидуального опыта. Я просто видел некоторые раунды, мы вот смотрели как на днях с Ашерами там матч, который Страйк комментил, и... Ему не хватало там, вот, чтобы раунды там 1-2 брать, да, не хватало просто знания поведения оппонента. Ну, к примеру, вы можете там, не знаю, тащить лан, вот, обыгрывать всех где-то в Москве, в Подмосковье, неважно, да, с русскими командами, но никогда не сможете сыграть против поляков так же круто, потому что вы не знаете, как они играют на самом деле, что они чувствуют, а вот у ребят типа Ашер, Нави, у них уже есть, как бы, да, понимание этих... этого стиля игры. Так, ну чё, Aces девайсы и чешки у куражей. У Aces жесткий холд, который приведет в конечном итоге к тому, что Хейк пойдет в длинный тусоваться вместе с Литлом. Там уже есть Блейд, но он на нижнем планте ждет двери. Это очень интересная граната. Прям какая-то прогрессивно-регрессивная. Посмотрите, как Блейд встал. Вау. 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 Вау, Блейд может сейчас двоих закрыть. Это фантастика, говорит Хейка, и Блейд никого не закрывает. Литл уничтожает Зуан, ваншот, ванкил, все, сплит-атака пошла. Хейка пытается остаться на Б, но вот он долго думал, что ему делать, кидать дым или все-таки посмотреть вентиля, в итоге решил просто кинуть дым. World Edit, сделав минус, просто так сдаваться не будет, ждем Кривошеева, тот приходит, и надо здесь давить, 5-7 ему пока что не помогает, и красного, нет, все, загнали призрака, Simple Last, и минус 50 у него есть. Долго не живет. 3-0. Aces берут сходу 3 своих раунда, взяв пистолетные. И это, в принципе, обыденность. А вот теперь давайте смотреть, смогут ли куражи. Смогут ли куражи остановить попытки команды Aces выхода на или на Б. У меня отклик в Твиттере. Так, у Марика нож. Скажу, господи. И все такие. Да я сам не знал, ребят, сам в шоке. Вот узнаю, как подробности, может быть, пообщаемся на эту тему. Но на месте тех, кто украл, я бы на самом деле вот в киберарену поиграть не приходил в ближайшие 5 лет. Так, Хейка тихо, он улица, Литл с ними, Блейд мейн, призрак также улица и будет противостоять. Ну, место расположения, в принципе, понятное здесь, да, у защиты все то же самое. Simple играет с маяка, помогает World Edit, суппортит Зуану, и вот роль пока не ясна мне. Так, ну вот Блейд, конечно, да, здесь стоит на ура. В длинном понимает то, что если его будут ловить, крыша от Литла, это АВП. И Блейд спокойненько убивает. Но посмотрите, как играют. Вот Кураж просто знает, как будут играть Aces. Понимает то, что там слоуплей с попыткой выцепить. Призрак сейчас может просто не сконтрить Литла, и это закончится плохо. Ой, Литл. Ой, намазал. 12 осталось. Выход на аплент еще может осуществиться. Киберфокус. Он пытался начекать World Edit на точке, не получилось. Aces думают с этой атакой. Организованно идут вниз. Киберфокус будет бороться с Зуаном. Ну вот опять перехватил. Перехватил по инфе. Заходит. Из-под маяка Simple. Еле-еле живой спасается. Но тут как-то боятся друг друга игроки. Непонятно. Киберфокус минус призрак. Ну все, надо вилку продавить до конца. Тайминговую флешку пытается дать Зуан. Но уже поздно. Киберфокус. Но присел вовремя Зуан. И как видим... Aces просто по разменам никому не ответили, и позиции сыграли железно. 9 секунд до конца раунда, ну и вот они, душные, бессмысленные раунды, которые ни к чему не приводят, начинаются даже раньше, чем... Вот сейчас будет красавчик просто. Вот это сел.
Ну, в общем, эти душные раунды начинаются, даже еще кураж за атаку не перешли, а уже вот это вот гонево идет во всей красе. Так, 3-1, два раунда в пользу Aces. И желание у куражей, по-моему, сократить его огромное. Давайте смотреть за симплом. Так, не, у симпла роль сейчас будет не очень хорошая. Так, киберфокус берет авик, Литл остается без АВП на Галиле. Вот Литл странный. Столько нюков видели с Aces и во всех практически... Так, Тихуон, минус Блейд, фокус, минус World Edit. Вот оно правильное поведение. И выход на аплен без шансов растерзали по разменам за One Last. И вообще в секунду просто разваливается вся защита команды Кураж. И такие раунды тоже будут. И их тоже будет много, как я понимаю, когда непонятно по какой причине команда берет и умирает. При том, что флешки ни одной не кинули. Тузы. Это проблема. Проблема для Кураж. И снова родные пистолеты в руках команды Кураж. И 2-2 только взяли бай, и сразу вот так. Короче, лузовый минимум, он же, она же зона комфортного счета за атаку. То есть, если брать за дефолт 5 раундов, то вот сейчас как раз-таки 5-й раунд, который, мне кажется, достанется тузам. При том, что с огромным спокойствием. Ну, тут сейчас еще фраг будет. О, все, World League сам себя загнал. Тихон наказывает. Призрак. Призрак что-то ждет. Симпл в каналке. Бомба ставится. Ну, Симпл. Симпл еще и постреляться любит. Посмотрите, 1-5. Вот он, 5-й раунд для Aces. Им, в принципе, этого должно... Ну, этого, в принципе, должно быть достаточно, чтобы нормально отыграть на этой карте. Но прикол в том, что нельзя забывать, кто играет за Кураж. Там играет Блейд. Блейд способен придумать... Просто ультра-стратегии, ультра-тактики. Но они играют по тактикам, это понятно. Вот он этого никогда не отрицал. И чем же там дело закончится, узнаем только во второй половине. А пока рядовой раунд. Так, суппорт смог на рампах, чтобы Зван спокойно играл на гранате. Попытка захода в мейн. И призрак первый, кто не справляется со своими обязанностями. Играл, кстати, от мейна, что весьма странно. Обычно он... Ох, тут все. Короче... Я понял, стиль игры команды Кураж сегодня пьяный мастер. Дело мастера боится, даже если мастер пьяный. World Edit зачекал Блейда. Ну, надо как-то... Хороший смок. Ну и все, Блейд услышал топот на инсайде. Есть прострел. Понятно, что после этого смока простреливать будут позицию на лаха. Ахтар надо в ожидании. Киберфокус пытается выйти на рампу. И ЗВА надается! Раскидка, Симпл против Киберфокуса. Смог под девятку. Киберфокус занимает вилку. Пытается выйти, Тихон его прикрывает. Что за жесть? Опять на ровном месте. Команда Кураж разваливается. Aces даже раскидывать ничего не пришлось. Ничего делать не надо было. Сами вышли голубчики. Киберфокус сделал всю работу за команду. И посмотрите, без потерь. Безумное сидение на месте приводит Кураж в шоке. В шок, в полный, в недоумение. Остается World Edit, который... А как же я? А как же я, парни? Ну, это сейф. Я даже не знаю, как они умудряются проигрывать вот такие вот моменты. Но если АВП, выходя на рампы, убивает там опенфрагом, и там не лежит ни дым, ничего, и нет чем продлить дым, и рамп там не поджат, то, по-моему, это бред. И здесь уже ошибка команды Кураж куда больше, чем ошибка, чем какое-то везение для Aces. Но Киберфокус просто вышел и вмазал сразу, просто зная. Увидя, как игрок прыгает, он понял, куда он приземляется. И тупо пу, все, секунда. 6-1, Aces в зоне комфортного счета. Тут можно похлопать, потому что это действительно эпично. Я не ожидал. Вот, реально, Cyberfocus оправдывает свой ник на ура просто. Cyberfocus, вот что ты скажешь? С АВП еще и фокус. Эх, этот фокусник. Ой-ой-ой. Флешки улицы, агрессивная позиция от World Edit. Смена, кстати, точек здесь была, но ему не дали разыграть на мейне. И он прощается с улицей, призрак остался стоять, чешки в руках, один девайс на сейве, тоже хорошо. Так, киберфокус, давайте, наверное, смотреть за ним, потому что этот... Сейчас, если еще прострелит, я буду орать. Так, рамп поджат из Иваном, World Edit забирает хейку. Ну, Тихон с причеком. Жестко играет, правда, отдается. Симпл загоняет торнадо. Надо что-то делать с нулем. Идет в ноль Симпл, ловит от Cyberfocus. Тот остается 1-3.
Удается забрать пистолет, это нужные фраги, но вот все-таки бомба в руках у Сайберфокуса, поэтому еще ничего не закончено. Вот рассказывали про этого парня мне вчера и сегодня, что он действительно может, могет, не всегда, но сыграть красиво здесь, конечно, ему никто не запрещает. Хотя он уже сыграл красиво, свои два фрага он сделал, при том, что сыграл по инфе. У него в арсенале, правда, еще Зевс купленный, вот это непонятно зачем. Так, ну и Кураж, имея три девайса, занимают преимущественно апленд. Блейд чекает улицу, ну и единственная дырка, конечно, понятно, где находится. Это великолепный нижний плент и выход с вилки. Безопасный дым. Но вот разыграть сейчас на АВП здесь будет очень... Воу-воу-воу-воу-воу, полегче, призрак падает. Идет ловить фокуса. Зевс стреляет, Блейд минус, фокус и все. Закрыли, 6-2. Ну вот, либо с этого момента Кураж начнут делать камбэк. Но, знаете, по динамике игры пока не ясно. Вот Aces просто ничего тупо не делая, сидят там в нуле, на улице. Принимает практически любую позицию Куражей, которая пытается сыграть агрессивно. Да даже, что уж говорить, мы все видели. Скаут или АК? Скаут или АК? Нет. Промазал, по-моему, закупом Киберфокус. 6700 у него было. Вместо АВП купил скаут. Потом понял, что все очень плохо. Купил АКМ. Первый респаун у Aces, первый у Сайберфокуса идет на улицу. Остальные игроки. Так, тройка в ноль, и все, улица на два девайса будет разыграна. Киберфокус будет, по-моему, с крыши. Ну, по-моему, вы видите, где он будет. Так, а вот у защиты стиль игры не поменялся. Опять-таки, те же самые позиции. Зван на этот раз играет, правда, немного просторнее. Понимаю, что в упоре его уже будут ждать, наверное, чуть не в каждом раунде. Вот это да. Вот это я, говорит, жду аркаду, парня. Жду улицу. А вы что делаете? Тут аркады просто, я не знаю. Три стороны аркадит стоят. Так, ну что, и готовится апленд, как я понимаю. От Aces. Просто опять же неясно. Вот тут серия прострелов, попытки прострелить буст. Ничего не понятно. Один в скрипе. Я не вижу вообще, не знаю, что вот тут. Вот что тут можно сказать. Кураж сидят и ждут реакции от команды Aces. Aces сидят и просто сидят. Ну и первые будут заходить в плен. Залетает Киберфокус сразу под площадь. Торнадо принимает. Ну вот фокусят внимание поверху. Но тут уже просто всю работу сделали игроки плента. И зря вот выходили на плент. Но видите, все-таки все как тупо. Вот вроде бы до этого перестрелять удалось. Здесь не удалось даже зайти на точку. При том, что вся команда смотрит наверх. Все понимают то, что сверху будет сидеть хоть один, да будет сидеть. Но толку-то от того, что он там сидит. Если снизу на пленте два игрока, надо прогренивать, чекать, кидать флешки. Но этого просто никто не делает. Почему, не ясно. 3-6 и 3 раунда преимущества. Aces пробует себя в роли агрессоров на пленте. Блейд замечает только в последнем моменте. Но, слава богу, замечает. Симпл тоже. И опять команда... Опять команда Aces ложится спать на рампах. Вернее, на пленте, на рампах Литл оставался. Но, ну да, Толя. Толя любит потащить. 1-4. Можно пожелать Литлу удачи. Но сыграть здесь как бы на прогресс будет тяжело. И призрак его загоняет. 4-6. Кураж дают ответ. Ну, по-моему, Aces будет достаточно. Притом, если Киберфокус будет также стрелять во второй половине и зайдет с пистолеткой, 6 будет достаточно. Ой, как достаточно. Поверьте мне, Блейд и Кураж это понимают полностью. Статистикам. Так, раунд от атаки. Киберфокус 9-5, 6-5. Торнадо, Тихон 8-6, 6-6. Литл, Хейка 6-6. Ну и Кураж. Блейд 8-6, 8-7. Симпл, World Edit 6-7. 2-7 призрак. Вот пока что что-то Костян не играет. Понятно почему. Оу, воу, воу, вот это суппорты от Симпла просто. По-королевски просто защищает позицию призрака. Хейка остается тусоваться на двери. Да-да-да, вы не знали, что там можно сидеть? Можно вот по всей вот этой штуке ходить совершенно спокойно и наслаждаться процессом. Нюк же. 5-6. 5-6 и всего лишь раунд преимущества остается у Aces. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны этот матч не будет сторонним уж по-любому. Так, ну и матч продолжается.
Красный ящик, призрак. Наглость! Наглость и агрессия от призрака. Здесь не прочитали. При том, что, посмотрите, тут на удивление кураж красиво. Сыграли улицу, после смоков просто сделали четкий проброс. Зван сразу отдал рамп, чтобы сплит атака его не убивала. Торнадо, конечно, открылся, но что толку-то? Ящик горит, на рампах никого. Толку от этого нету. Если сейчас не будут убивать девятку, либо вилку, то делать что-то будет сложно. Вот самая главная задача — это в изоляции оставлять стрелков команды Aces. Он же Cyberfocus, он же Тихон, да вообще всех. Там торнадо, тех, кто выходит. Ну, сейчас Зван нормально зачекал вилку. Его не видели. И будут пытаться закрыть. Выходят. Торнадо. Хороший минус. Внимательно играет. Призрак пытается уйти. Торнадо его пушит, минусует. С 3 хп. Жесть. Призрак так сейчас отфейлил. Просто по жести. Хелпа от Симпла. И приземляется в ту же каналку. Минус Cyberfocus от World Edit. Ждем действия от Блейда. Блейд должен сейчас сыграть максимально эффективно. Симпл остается в вентилях. Блейд. И внимательность от Блейда. Никакой внимательности от Блейда. Даже не догадывался о том, где находится игрок нападения. И Aces просто, несмотря на тупик на Б, когда два игрока их пытались принимать. Ох ты ж, какой отважный World Edit. Хотел дефузить бомбу, но пересмотрел ты демки команды Dignitas. Против тебя далеко не французы. А ты далеко не дощанин. И вот 5-7. Хотел в дым на морозе залететь, задефить бомбу. Не дали этого сделать. Два раунда преимущества оставляет за собой Aces. При том, что преимущество-то растет. Уже 7 есть, это жесть. Быстрый раунд на. Выход с двери просто всей бандой. Ну, будку должны принимать. По разменам тоже неплохо отстаивается. World Edit с фултом справляются. И вот сейчас уйти на Б. Уйти на Б. Надо всего лишь уйти на Б. Торнадо едва-едва не горит. Ну, его загнали под девятку. А, бомба упала. Они потеряли просто контроль с бомбой. И теперь придется как минимум ждать раскидки от защиты. Вот выход по 9. Зван тупо потушил. Мейн. И призрак без шансов забирает Киберфокуса. Надо было забирать бомбу Киберфокусу и стреляться с Мейном. Сразу уходить вместе с этой бомбой. Но не смогли понять своей ситуации Aces до конца. Вот кураж выбили неплохо. Ой, как неплохо. Самое главное, что Молотов не оставил просто здесь никакого шанса даже отойти. Представьте себе. Никакого шанса. Так, словил торнадо. Ну, эко от Aces. Тут, я думаю, ничего непредсказуемого мы не увидим. Хотя не, Киберфокус где? Где это он просто? Так. Вот это успех. Вы посмотрите, он его прострелил. Тупо через дверь. Ну, сфоткаю для Блейда на память. Ну что, будет еще у нас фокусы сегодня? Кибер. Он же фокус. Cyberfocus. Что это за ник вообще? Cyberfocus. Знаете, если бы вот в Counter-Strike было достижение прошел через улицу на нюке, вот, например, 20 тысяч раз, то Little бы, наверное, уже выиграл, наверное, все места призовые и получил бы за это какую-то премию, потому что этот парень улицу проходит с такой регулярностью, что даже страшно становится. Я прям даже не ожидал, но это происходит. Вот оно как бывает. Что ж, погнали, 7-7, ну, я предугадал, грубо говоря, да, что счет будет, скорее всего, такой, если кураж возьмут, там, 6-5. И по темпу игры, конечно, вот, Саноп к этому и пришло. Волевой байт команды Aces, призрак давит Литла, и на 8-7 будут выходить. Ну, не знаю, какую защиту здесь покажут тузы, но от кураж я ожидал, признаюсь честно, большего. Не знаю, как вы, все-таки сторонняя карта. Медленные атаки Aces, в принципе, здесь... Блейда немножко поднапрягли. Ну вот в этом минус. В этом минус. Здесь на самом деле вот команда Блейда просто показала, что медленно играть за атаку. Вот успех команды Aces за атаку показывает, что медленно играть за атаку может каждый. Просто один тип должен получать всю инфу, чтобы понимать, что происходит. И все. Ну, конечно, это тренировка на пустой карте тоже, но это, по-моему, минимально. Вот с учетом того, если скорости игры сравнивать.
Если бы Aces были чуть-чуть быстрее, то они бы терпели. Если бы у них была раскидка, и они были бы чуть быстрее, то они бы уже не терпели. А так пошагово обыгрывать это да. Оп, торнадо! Зацепился за ящик просто. Такой сразу. От-от-от, пьяный развод ящика. Смотрите, что происходит. Я не знаю, как. Как ты? Как ты в пленте оказался вообще? World Edit ему говорит, ты чё, дурной, что ли? Хейк вообще под девяткой, это жесть. И тут никого нету. Зуан стирает порошок торнадо фокуса на... О, 8-7 в пользу Кураж. Но это достижение определенно для команды. Из Украины вообще Кураж организация российская команда. Из Украины с одним русским игроком. Это World Edit, остальные. Их соперники команды Aces. Вот Киберфокус Беларусь, остальные. Граждане Российской Федерации. И тем не менее шпилят. Ну что, ждем Team Switch. Я просто в ожидании. Там, походу, пауза стоит, как я понимаю. Там пауза встала, панда? Или нет? Нет, паузы нету. Что-то долго у нас просто. А, была? А кто ставил? Aces? Ого. А? Да, все нормально. Я просто интересно, зачем она ставилась. Тут просто непонятно. То ли у Aces там план на пистолетку шедевральный, то ли что-то еще. Ладно, типичный Russian CS, погнали. Кураж играют раунд в сторону сидим и ждем. Aces играет раунд в сторону сидим и ждем. Little на рампах. Нормальная такая флеха сейчас Блейду прилетела. Ну, видно, что вот Тихон сейчас с Литлом нормально на контакте играют. У них все хорошо с инфой. Пошла вторая флешка, но Блейда она не офлешила. Тот пытается дергать. Короче, измором будут брать Aces здесь. Команда Кураж будет брать раунд у Aces, измором, вернее. Призрак под дыхой проходит. Что ж, ну тут уже все, поймали. Вот сейчас перестрелка решит все, Литл уходит, Тихон. Ай, как Тихону хочется помочь. Как он хочет здесь отмочить, но уходит на реладе. Четко заходит под 9. Торнадо минус Зван. Ну и 4 в 4. Не знаю, из-под девятки надо как-то увереннее выходить. Пытаются выйти на Блейда. Блейд тормозит двоих. Симпл разбирается в туннеле с подошедшим на помощь. Ну все, самое интересное впереди. Я не знаю, как эту бомбу они выбьют. Но, по-моему, здесь Кураж все-таки возьмут в 9-й. И 10-й раунды сразу после этого пистолетного. Ну, сыграть просто тут уже будет как-то... Ну вот надо вдвоем было выходить, а они по одному стоят и думают, что же нам делать. Первый вышел, сдох, второй сдох там же. Так, ну что, будет пауза на фристайме сразу в следующем раунде. По-моему, это делают Aces, если я не ошибаюсь. Так, ну вот сейчас попрошу... Да, вылетает у них один из игроков, но это начинается. И вылетает... Кто бы... Как вы думаете, кто вылетает? Киберфокус вылетает. Ох. Ну, будем ждать. Будем ждать. Gold TV, к сожалению, эти паузы не урезает, поэтому придется нам немножко подождать сейчас, когда вернется. Пятый из команды Aces. Крутану пока рекламки, что ли. На Твиче. Ух. Так, ну вот у меня только ГХ-хи появились сейчас в консоли. Панда, посмотри, там он зашел, вернулся, все в порядке или еще пока? Трымбыдын. Не зашел? Ну, короче, начало конца, друзья. Мы с вами здесь будем до утра сидеть, как я понимаю. Ладно, тем не менее, можно, наверное, посмотреть пока, что ж там вообще. Вот давайте посмотрим на команду Aces. Вот, знаете... Команды судят по результатам. Результат команды Aces, друзья. Результаты просто завораживающие. 6 раундов смогли взять у команды Fnatic. Ну, Fnatic это чемпион от DreamHack, а 6 раундов это 6 раундов, которые просто... Ну, это как 0 раундов, по сути. Это какие-то там просто вы выиграли, да? Микро-супер-тимплей. У команды Майам на карте The Train команда Aces взяла также 6 раундов. При том, что с Fnatic'ами они играли нюк. У команды OneShot на Воронеж Cup Qualifier номер 3 на карте The Nuke они взяли 9 раундов. У команды Hellraisers на карте D, это уже не важно, они взяли 4 раунда. И у поляков из Virtus.pro они взяли 7 раундов, эту игру я помню. Это был Мираж, если я не ошибаюсь. Результаты команды Courage.
7 раундов они взяли у Natus Vincer, опять-таки в рамках SLTV Star Series. 15-15 сыграли с Virtus.pro, уступили 14-16 Alternate, но это вообще была габелла, там просто бэп-плент был, как, не знаю, камнем преткновения. Но на Inferno они убрали команду Kick, которая сегодня сыграла в ничью с командой Hellraisers. Но самое главное, команда NiP, у команды NiP они взяли 6, и это жесть. На самом деле, вот Aces сыграли с NiP'ами более уверенно. Я даже если там посмотреть, у них там еще старый состав был с Fly'ем. Вот. Ну, Fly играл жестко. Четко попадал, но что-то как-то не залетело. Так, читаю Twitter. Мне там понаписали. Как попасть в стриминг из StarLadder? Купить билет. Почему ты заблокировал меня в Стиме? Передай мне привет. Привет, не знаю почему. Мог бы добавить в Стиме, я не буду флудить, вы все обещаете. Так, позвони потом Марику в скайпе, расспроси про нож. Да он вот здесь, в арене, сидит на сцене. Чё мне там звонить кому-то? Так, ну что ж, там появилась какая-то сподвижка? В ТС зашел, Уже хорошо. Слушай, у меня есть такое ощущение просто, что они специально это делают, что у них там специально какие-то проблемы возникают, когда полночь в Киеве, 4, там, не знаю, 4 минуты первого ночи, в Москве 4 минуты второго ночи, и они специально где-то делают. Картошка закончилась, говоришь? Тонко, да, тонко. Интернет работает на картошке, он сейчас пойдет... А у него интернет отвалился, что ли, официальная причина? Да? Типа он за него не заплатил? А ему, ну, он там ничего никак, ему не это... На одном нормально не побыть, оплатить там заранее. Лагал и нет, Ого, а если сейчас вот у всех он залагает, то что будет? Все пойдут провайдеры менять прям ночью? Ладно, техническая проблема у Киберфокуса уже устранена. Все, он в TeamSpeak, он заходит, сейчас матч продолжится. И мы будем смотреть, досматривать Counter-Strike. Сдвинь панельку фидбэк в другое место. Никуда я ничего не сдвину. Зачем мне сдвигать? Потому что ты так хочешь или что? Эх, зайду на HLTV.org и посмотрю, что же там в 23... О, сегодня, кстати, давайте посмотрим, наверное, что там на Бундеслиге происходит. ESL Pro Series Germany, друзья. И в этом сезоне играет аж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 команд. Система, как я понимаю, круговая. Нет, две группы. О, и Alternate выходят. Ну да, Alternate, Mousesports, Wildfire, Dead Energy. Это... соответственно, фавориты. Так, что происходит на CV Professional Season 4? Американская лига, где играет команда из Канады, Armata, Complexity, США, Cyber Evolution, США, Daniel, США, Exterior, Cyberpower, Kurt, Rambis, Fan Club, Mana Juma, Meet, Relabel, Ronin. Ну, короче, 3-4. 4 команды из Канады есть уже на CV Pro серии, это интересно. Американская лига, друзья, старая, вот по названию старая, вернулись они недавно, и непонятно, какая у них система проведения, потому что я сейчас смотрю и не понимаю вообще, что там. А, ну там по турам, как на любой другой американской лиге. У них не существует правила пик бана карт, ты играешь то, что тебе досталось. Так, ну что, вот он, вернулся виновник нашей паузы, дали ему 1400. Подключил другой интернет, теперь у него пинг 150. Я, говорит, пацаны, пойду и на это поменяю, а то... А тут поменял и 150. Я не знаю, как это описать. Да нет, это просто он на сервер только что зашел. Вообще у него 70. Ну, может, подпустит к полтинничку. Беларусь интернет, пишет Киберфокус, ну... Жаль, конечно, да, если интернет там плохой, я как раз вот думал, что... Да, кстати, деньги у него закончились на интернете ровно в полночь, заметьте. По белорусскому времени, опять-таки по Минску, это как раз-таки тот самый час, когда все дело заканчивается и... Все, давайте смотреть за матчем, и мы видим то, что Хейка, вот это со стрик World Edit сейчас спасть и... Ну, короче, 9-7, первая пистолетка второй половины досталась команде... Кураж, и они пока
пытаются поймать свой кураж для продолжения этого экшена. Выходит сейчас на нижний плент. Ну, тут уже Aces просто готовы принимать. Но что-то как-то неуверенно играют на своих позициях. Вместо того, чтобы ждать, они лезут и хотят как можно скорее это все закончить. Блейд убивает Литла. Остается последний Хейка, который сегодня лишил жизни только вон Блит. Это его, наверное, фраг достижения можно считать, да? Так, забирает Зуан, идет дальше, видит Кунеля. Ну, здесь просто прострел. 10-7, 3 раунда преимущества для команды Кураж. Aces. Игра в защите. 2-1, 2-153, 2-5-5-0. 1-11-7 будут выходить Куражи. Но вот, знаете, такой счет уже показывает, что все-таки доминировать будет, как ни крути, Куражи. Но Aces смогут ответить. Все-таки в первой половине мы с вами были уверены, что Блейд и компания смогут показать блестящий дефенс. В итоге они показали блестящие пистолеты. Через каждый девайсный раунд вот у них были эти блестящие пистолеты в руках, но толку от них никакого не было. Половину выиграли, но тем не менее защита здесь вообще не блеснула. Итак, атака развивает свои действия опять же через призрака. Снова с улицы, на этот раз уже массово. На самом-то деле они считают, что это правильное решение, и скорее всего оно так и есть. Потому что пройти кучей будет намного проще, чем проходить по одному. Так, Cyberfocus, попытки принимать. Ну вот теперь ему с пингом 60 и 70 принимать здесь совсем не вариант, и его подлавливают за красным ящиком. Если, тем не менее, все равно пропущили на инфу радио. Опа! Ох, какой хитрый Хейка. Хейка-гигейка. Че в скайпе? Сейчас, подожди секунду, я сейчас раунд досмотрю, можно, да? Так, мне просто говорят в скайпе, я сейчас пойду и узнаю, что там смешного. Так, ну тут остался один Литл, в принципе, и вроде бы все понятно, что он здесь ничего не сможет сделать, и... Ни единого разрыва с ноября прошлого года. Так, Литл, что ты делаешь вообще? Что вот, я не понимаю, что происходит. А у Страйка есть в скайпе это? Нету? Ладно. Так, World Edit. Я не знаю, Литл просто какой-то сегодня. Я не... Вот что он хочет сейчас сделать в этом раунде? Он хочет фраг убить ему принципиально или... Он мог уже 6 раз прийти на помощь своим тиммейтам. Они могли вдвоем задавить несколько раз и сделать минус. Так, ну, пока я в скайп, пока идет фристайм. Я зайду в скайп и сразу же посмотрю, что мне там написали. Это... Это типа Бикрип объявили о возвращении, а потом просто взяли и убрали всю команду. Ну. Короче, команда Бикрип не будет играть на StarLadder, как я понимаю. Ладно, там просто Бикрип поджигают организацию, я не знаю, там у них босс еще этот, Василий Ричардсон все еще. Русский швед, проживающий в Стокгольме. Так, выход на киберфокусы, и тот, в принципе, смешки задавил призрака. Смог, кстати, там должен был сделать погоду, но, как видим, смог долетел, упал чуть-чуть выше, поэтому изоляции толковой сделать не получилось. И атака проходит, их опять штрафуют. Фокус, ого, ого, вот это... Вот это белорусский пинг, твою налево. А, и 4 игрока команды Кураж просто не справляются с парнем, у которого пинг в 3 раза выше. Это Габелла. Это просто офигеть. Когда будешь играть со зрителями, мем, скайп и страйк в дело подключай. Ну, как будет возможность, обязательно ворвусь. Вообще, хотелось бы вот в выходные это делать, там, в субботу, в воскресенье, когда нет ланов, но у нас еще... У нас еще пока что непонятно, какие вообще выходные, когда они будут, так что... Вот мой вчерашний единственный выходной вечер, кстати, на самом деле, не комментировал один день после серии из 5 или 4, и так отдохнул, выспался, даже с хорошее настроение сегодня было с утра. Вот так вот, поэтому выходные лучше отдыхать. World Edit минус киберфокус. Ну, на этот раз просто вот отправили русского ловить белоруса. И пошел врыв в длинный. Там сейчас, наверное, будет рад очень сильно Хейка всех видеть. Литл дает ему инфу, забирает World Edit. Ну, Хейка здесь, конечно, сейчас может либо идти дальше, либо не идти дальше. Выходит, видит Симпла, запирает.
Девятым раундом начинает пахнуть сейчас в копилке команды Aces. И если они здесь уступят, то это будет весьма эпично. Так, а вот Затвана слышали. Все, знают и перестройки на инсайд. Little минус призрак. Ну вот и все. И Кураж сыграли вот. Ну и вот Блейд, где ты? Ну, Блейд даже не понимает то, что там уже под... ну это супер-бомба, что. Тактика Блейда не сработала, как мы видим. Ну, The One здесь не видит торнадо. Последний момент. Очень-очень зрелищная игра. Просто скилл каждой из команд просто божественный. Прям просто ух. Кураж просто мега блестящий девайсный раунд сыграли. Кинули все флешки, все дымы. Куда они их кинули, только не ясно. Ну, пистолеты, чешка у Блейда. Я не знаю, зачем он чешку вообще покупает. Так, ну вот киберфокус, где там у нас? У него там авик, и это будет экшен. Ну, минус 4, один раздел после захода. И, ну так, сейчас хоп, а там... Опа! Холд на диглах, чешка, глок и... Два пули, минус 2 от World Elite, граната от Тихона, Simple Last. Ой. Ой, ой, ой. Ой, 11-10, это интрига. Интрига просто зашкаливает в этом матче. И можно я буду комментировать, вот когда 20 секунд будет до конца раунда оставаться? А то можно так и, не знаю, посидеть и умереть прямо на стуле возле монитора. Кураж, куда-то побежали. Я говорю куда-то, потому что я не знаю, куда они пойдут. У них обычно все начинается. Да-да-да. Сидим. Все. Вот ближайшие 30 секунд команда Кураж не пойдет ни на рампы, ни в радио. Она будет сидеть на крыше и в нуле. Ну, на улице только будут как-то пытаться проходить. Поэтому сразу давайте смотреть за киберфокусом. Так. Ну вот Блейд попытался сыграть в радио. Вернее, Литл по своей инициативе его взял и поджал. Правильно. Правильно. Если соперник медленный, надо его долбить. И Литл это сейчас сделал. Сейчас 1.6 такая фишка. Чувствует... Чувствует слоупокость в стане куражей. Но у них еще один раунд преимущества есть. Если сейчас развернут, то есть шанс. Так, и вот он Simple. Вот он Simple идет, и киберфокус будет его ждать. Simple будет ждать киберфокуса, а тот будет ждать его. В этот момент команда Кураж раскидала. А, сделала фейк. Все, тут уже знают Aces то, что это будет Б. Рампам идет вся тьма, Тихон отходит. Последний момент, Хейка перестраивается. И Aces готовы убивать выход на закрытый. Simple минус Хейка. Пробивает длинный. Тут вот Aces сейчас хватаются просто за сердца и понимают, что в длинном никого нету. Simple идет как бешеный зверь давить дальше. Так, ну, ждем от Тихона врыва. 4 в 3. Тут нужен просто минус. Помимо Тихона и бомб кэрри нельзя здесь закрывать. В итоге его закрывают. Есть прострел из длинного. Надо убивать длинный. Торнадо минус Заван в паре работают отлично. И Тихон держит под напряжением. Plan Simple ложится. Торнадо блестяще играют Aces при этом выбивании. Могли два раза попасть в просак. Но вот тот, кто сказал у них... Парни, подождем и выбьем. У нас Тихон в коротком, скорее всего, Тихон сказал, тот молодец. 11-11, если сравнивают счет. И, как видим, команда Блейда пока на куражах может брать раунды у топа. Но вот с командой Aces, которая идет почти на последнем месте в Стар-серии, бодается рядом чуть-чуть. Так, Слэм, непонятно, почему ты делаешь так, что смотреть матчи с твоим комментированием максимально неинтересно. Так непонятно тоже, я сам не понимаю, как неинтересно. Это ж как бы матч. Ну неинтересно тебе, то ладно, не смотри, я тебя что, заставляю, что ли? Как бы есть кому интересно, есть кому неинтересно. Всем нельзя нравиться, поэтому не нравится, смотри другой любой стрим, их много. Или не смотри, не знаю. Вот это вопрос вообще просто. Алочный твиттер-вопрос для... В 17 минут первого по Киеву. Так, киберфокус минус World Edit. Наглость не сыграла. Раскидочка плента. И вот сейчас Блейд должен чекнуть. Ну чекни Хейку. Вот он его прострелил, но не зачекал. Тем не менее, дернуть в принципе удалось. Только вот Тихон мог сделать сейчас минус 2. И посмотрите, снова размен не в пользу куражей. А Блейд даже не знает, есть ли Хейка здесь от скрипа. Он будет ловить мейн сразу. Хейка его, короче, здесь может вконтрить. Хейка слышит отход Блейда.
Так, ну вот левый и правый ух у вас работают нормально. Вы тоже должны были слышать то, что он ушел. 2 в 2. И минус в том, то, что нет игрока на нижнем пленте. Если Кураж его занимает, то это шанс определенно один, наверное, из единственных и лучших. Да, неужели даст сейчас Хейка сыграть так? Но он ждет до последнего вилку. Он не понимает то, что бомба ставится уже. И ого. Хорошо попадает Хейка. Выход плент. И крошит Зуана. Молодец. Но Куражам дают поставить бомбу. И у них остается... Так, ну давайте смотреть, будут ли там деньги. Потому что там должно быть 2,5. Что-то вроде этого. Защиты, как видим, 3. 3, 4, 5. Есть, да, есть. Все хорошо. Все хорошо. Бомб плюс бомба была. Умерли, но ничего страшного. Раунд, правда, отдали Aces. Преимущество на 1 очко у тузов. Экономика атаки позволяет закупаться. Aces 9300, Торнадо, Хейка 6, 8-7, Тихон, Литл 4-9 и 6-4 у Киберфокуса. Хорошая экономика, даже прямо максимально приятная. Не, ну ничья в таком матче может быть. Ой-ой-ой, как. Вот это ретроллинг просто от World Edit. Ну, я не знаю, если сейчас Хейки еще раз попробует пострелять. Нет, нет. Тут надо уже ему закрываться, как минимум. Киберфокус, АВП, улица. Изоляция от Кураж уже залетает. Сейчас Киберфокус просто не сможет играть. Но вот если заберет крышу, хотя бы уже будет уровень. Ай-яй-яй, слишком рано выстрелил, но, по сути, зачитал действия команды Кураж. Они проходят улицу. Ну, там понятно, да, три дыма залетело, куча флешек. В итоге все заходят в длинный, минуют АВП. Пытаются стреляться с внешкой. Вот Литл не проявил внимательности, инициативы. Не встал ни вблизи, ни вдали. Просто даже не стал отходить, оставшись стоять, надеясь на халяву. Хейк в итоге в туннеле красный. Его могут забрать. Киберфокус чекает спину последний раз, никого не замечает и перестраивается на рамп Хейка. Его здесь просто ждет вся банда. Ого, посмотрите, трое проходят длинный. Призрак идет за Хейкой. Симпл справляется с Тихоном, влетает флешка, Хейка отворачивается, в спину нагревает призрака. Он сейчас единственный, кто может помешать на самом-то деле. Выход он закрытый. Сайберфокус с ним в ассист фаере. И тут надо сейчас просто сконтрить. О-о-о-о-о-о. Ну все, Киберфокус не в стой вилки зашел. И все заканчивается печально для Aces. 12-12. Кураж сравнивает счет. Решающий раунд, наверное. Смотрим экономику. Не, не решающий раунд, но если продропаются правильно. Вот ВП, конечно, здесь, по-моему... Ну, понятно, что с ним Киберфокус играет четко. О, плетка. Закончилась мана, Тихон берет плетку. Продропали авик. Ну, по девайсам вроде все нормально. Непонятно, кстати, почему Литл не жмет рампы. Вот играть до контакта он как-то не может. Но когда аркадил рамп, у него блейд свободно ложился просто на нуле. Так, ну и первый в этом раунде страдает Симпл. При том, что очень-очень плотно и... Это видно, это заметно. Улицу вообще оставили без единого присмотра. Ну и будут организовывать атаку на апленд, где команда Aces ждет их в руке с девайсами. Просто, ну... Все зависит сейчас от раскидки, если это... Ну, Зван там четко кидал. Вот сейчас дым как раз должен будет помочь... Избавиться от Литла. Дым не долетает. Дым не долетает до девятки. В итоге будет контроль от Литла. Идет заход на точку. World Edit белый. Как видим, по разменам справляются Aces с этим выходом на плент. Остается последний Зуан. И его также прогоняют с будки последним. Без денег остается команда Кураж. 4, 4, 8, 2, 150, 1500, 2700. И судьба 14-го раунда для Aces будет, по-моему, в их руках полностью, потому что вряд ли рискнут Куражи купить. Вот сейчас, если кто-то поломится, рискнут потерпеть, но на месте Блейда, конечно, надо было бы выводить на ничью, но в этом раунде только удачный пистолет их спасет ситуацию. 14 еще отдать можно, но вот дальше уже будет не так все просто. Не, ну просто дальше уже до конца половины можно закупаться, это понятно. Так, World Edit начинает уверенно и ваншотом просто, не знаю, ломает всю жизнь Киберфокусу. Такая улица у него стояла плотная, но вот дальше действия не развиваются. Выход на Тихона. Тихон на рампах с плеточкой. Взывает к себе Литл на помощь. Блейд его напугал насмерть, походу. Ну, Блейд красный, отличная идея выйти под 9. Когда ты слышал перетяжку, просто самое лучшее. Но это пистолеты, мы не будем здесь, наверное, что-то делать. Зван пытается взять ваншотом. Тихон приходит с плеткой.
И оп-оп-оп, добил. Симпла, все. 14-12, друзья, и два раунда преимущества у Aces. Кураж сейчас на грани срыва, я не узнаю этих парней. Но по всеобщему прогнозу мы знаем, что Aces умеют играть эту карту. Кураж ее умеют играть тоже отлично, ведь у них есть Блейд, который их учит на ней играть. Но то ли здесь стратегия 90-х не работает, то ли Aces сильны, но опять-таки славянский замес получается на славу. Так. Ну, я смотрю матчи с командой, за которую болею. На-на-на, ты топ-комментатор, на-на-на, по уровню топа, на-на-на, не стоит унижать команду. А где я кого унизил, алло? Вася, ты когда говоришь про какие-то унижения, пишешь, да, ты приводи сразу конкретные примеры, потому что все мои слова, которые касаются команды Aces, команды Кураж, любой другой команды, они основываются на результате в первую очередь. Я сначала смотрю результаты, делаю вывод, а если еще и смотрю игру, то вывод просто супер приятный. Киберфокус за красным ящиком, и для призрака это, как видим, неожиданность. Огромная неожиданность. И как бы команда, которая идет 1 на 8, за которую ты болеешь, то есть ты 8 раз, ты потратил 8 часов на то, чтобы посмотреть, как твоя команда проигрывает, и хотел от этого получить удовольствие, и винишь в этом комментатора, вот это ты красавчик. Так, киберфокус, вот это не попал! Ай-яй-яй, кураж будут пробовать сейчас зайти вниз, но торнадо уже обходит. Ох, все, короче, куражи попали. Куражи попали, посмотрите, они потерялись на вилке, они испугались АВП киберфокус, развернулись и решили туда не идти. У них нет дыма, у них только молотов, флешки и гранаты, они решили развернуться, пойти на ноль. Это дело, если зачитали, торнадо вернулся на, встал на будке, есть игрок в маяке, и сейчас, по-моему, будет очень-очень круто. Смотрите, оп! Оп! Бинго! И давай, восьмерку, чтоб на уровне, 7 секунд. Ну, на бомбу падает World Lead, остается красный. Его тупо запирает титул с девятки. Это жесть. 15-12. Команду Кураж, конечно, жалко, но что поделать. Три раунда разницы, и у Блейда и банды просто здесь не остается выбора, как тащить на ничью. Три раунда подряд. Ну вот и на что. Всего лишь два Галила. Один АК и один Дигл. Привет Кучерку, передай спис за роспись от всех. Большое желание собрать все росписи, ну ничего. Чувак, ну передам, не знаю. Вообще, ты можешь ему в Твиттер писать. Там есть у всех игроков HellRaisers теперь Твиттеры, ВКонтакты. С этим делом вот помог им немного. Они там теперь все знают, что как. Так что вперед, общайтесь. Опа! Невероятный уход World Edit'а просто. Но он с диглом. Вот в этом самая главная беда. Или с чем он там вообще? С АК? Не ушел с улицы, киберфокус его съел. Но если понимает, что у них уже инициатива, преимущество, Блейд пытается открыться на рампах. Этот раунд уже начинает. Ну, по одному идут, Тихон просто спокойно собирает. Все, Симпл последний. Ну, это 16-12 в пользу команды Aces. И на мой, это вообще, по-моему, первая победа команды Aces, если я не ошибаюсь. Ну и результаты, друзья. Результаты матча сегодняшнего игрового дня перед вами на экранах. Я не знаю, как описать. Я не знаю, как описать происходящее, но на самом-то деле Aces молодцы. Вот хоть... Чё? Давай. Куражами запахло, говорит панда. Ну, да, в общем-то, друзья, я все еще, да, в комментаторской, моя работа еще не закончена. Сегодня мне еще предстоит здесь провести где-то час, может, полтора. Я с вами попрощаюсь. Все, что, наверное, скажу, что вот результаты матчей сегодня были именно такие. И матчи были действительно непредсказуемы. Удивили сегодня Кик, молодцы. И это ничего. Так, ГГ. Напишу я Блейду. Молодец. Ну и это, конечно, жесть. Так, позови кого-нибудь за шар в студию. Да сейчас уже никто не пойдет. Так, к сожалению, ты в один твит, все не влазит. Могу перевести лишь какой невероятно интересный матч. Моя команда идет 2-2-10. Так это же интересный матч был. Я что-то не так сказал? Господи, какой ты, Дмитрий, сколько тебе лет вообще мне интересно? А, я понял, ты этот. Ты засланец сайта GoodGame.ru. Сайт, который... Russian StarCraft 2 Player, and ты все с тобой. Короче, чувак, не пиши сюда. Можно где тут кнопочка игнора? Надо ее сейчас поставить просто. Я ничего не имею против Good Game, особенно кроме того, что показывать на своей. Ладно, проехали. Так, ну что ж, результаты, в общем-то, не очень убедительные. Да, например, от команды HellRaisers. И,
Турнирная таблица выглядит следующим образом. GamePub 16 место, 15 место Aces. 12 матчей, 2 победы, 0 ничьих, 10 поражений. Команда Кураж 15 матчей. 2-2-11. Прощай, команда Кураж. У Aces, не знаю, у Aces вроде бы еще там есть, так, 3, да, у них еще там должно быть 2 матча, если я не ошибаюсь. Но тут, понимаете, вот команды, которые на вылете, да, стоят, как бы, да, на вылете с турнирной таблицы, на вылете вообще со стар-серии, от них вот всегда есть такая неопределенность, то, что у них остается 2, 3, 4 там последних матча, да, и они не могут ничего с этим поделать. В итоге у них остались матчи с киками, которых они непонятно выиграют или нет. Ну, если будет нюк, то, может быть, нюк хороший показали парни. Остался матч с LDLC.com, тут, простите, тут уже тупо команда на уровень выше. И матч с Клан Мистик, который выиграть будет очень-очень сложно, потому что это французы. Что касается команды Ашер, друзья, о ней мы поговорим уже, наверное, завтра. Я пока что зайду в матч-центр и скажу вам, что завтра мы с вами смотрим 4 матча. SLTV Star Series, 18 минут по сету. Hellraiser сыграют с ним дальше. X-Mim сыграют с Мистик. Альтернейт сыграют с эстонцами из X-Miam. И даже 5 матчей. Маус сразят с LDLC, Маус сыграют с Клан Мистик в конце завтрашнего игрового вечера. Все, друзья, с вами на сегодня прощаюсь. Жутко устал для вас в эфире. Сегодня работал Слэм, завтра нас ждите вместе со Страйком. И мы постараемся устроить вечер интересного КС-а. На этом, наверное, можно попрощаться перебивкой. И после нее стрим выключится и будет ретрансляция игрового вечера для тех, у кого... Ну, это где-то, да, через час-полтора для тех, у кого будет 7 утра. Все, всем пока.